Капитальный ремонт помещения, в котором будет располагаться детская библиотека номер 14, начался еще в мае. Основные работы по обновлению почти завершены. Впереди отделка помещений, расстановка мебели и экспонатов. Площадь библиотеки составит 406 квадратных метров. Работы ведутся в рамках национального проекта «Культура». Выполнены работы по выравниванию полностью полов, отделочные работы, штукатурка, стяжка, подвесные потолки. Сейчас этап уже близится к финишу. Это шпаклевание стен, шпаклевание потолков, укладка финишного полового покрытия. После капитального ремонта детская библиотека номер 14 станет культурным центром с этнографическим уклоном. Несколько пространств позволят окунуться в культуру разных народов, населяющих Самарскую область. Зал с экспозицией народных костюмов по Поволжье будет местом проведения мастер-класса по ткацкому делу для всех желающих. Детский зал с печной стенкой станет площадкой для проведения лекций и интересных встреч. Модельная библиотека – это такой центр коммуникации, это место, где люди могут получать совершенно новые услуги. Потому что в этой библиотеке, вот сейчас уже проведен широкополосный интернет, будет подключение к национальной электронной библиотеке, к президентской библиотеке. Детская библиотека номер 14 будет открыта для всех желающих. Ремонт ведется с учетом условий для маломобильных граждан. Никита Колосов, Василий Колдашов. События.